Ладно. Клади коня на место и возвращайся домой. Ты не годишься. Я так и знала, я все равно не хотела ехать в этот лагерь. Конь на место! Это не пес, клади его сама. Ой, что ж это за чудище такое, что он даже команд не понимает. Я тоже не хочу, я тоже его на место ставлю. И я провалился. Ну что, как наш план? Все отлично. Она упала, я подговорила коня. Это хорошо, что мы единственные будем тут учиться. Трюм! Хороший. Иха! Он как конь. Круто, голова кружится. Твоя очередь. А он не злой? Хороший. Правда, голова кружится. Ладно, пойдем в лагерь. Пойдем я спать хочу. Ой, как. Без зубик. Яс. На место. Ладно, я пошла. Через 22 часа. А, как же хорошо выспалась. Прям вот. Да, это круто. Вы очень хорошо справились, даже без зубика укротили. Так что вы прошли все. И будете тут просто отдыхать и играть. И все остальные тоже. Я вас обманула, тут были уже люди. Я просто хотела узнать, как вы будете относиться к новеньким. Вы к ним очень хорошо относились. Вы очень хорошие. Ладно, сейчас позову остальных. Ай! А, ты в порядке? Да, спасибо. Лара. Вулфи. Я просто поменяла имя. Да, круто встретить свою приемную сестру. Ладно, познакомься, это моя подруга. Здравствуйте. А ты что, тут тоже? Да, я тут работаю. Очень трудно работать с новенькими. К тому же у нас почти мальчишки не учатся. У нас все время девчонки. Погоди. И Лара? Да, Лара? Да, она твоя приемная сестра, ты знаешь ее. Рай, рай. Жизнь так мрачна. Это что, твоя сестра? Да, моя. Это розовая с желтой прической. Нет, это не она. Это ее подруга. Это я. И я думала, неземная красота не существует. А это еще кто такая? Я хочу просто знать. Она моя приемная сестра тоже. Она старше тебя на 25 лет. Ей 35 лет. То есть ей 15, а тебе 14. Она моложе меня. Это очень странно.
Да не шути это так. Надоеда. Сейчас еще остальные придут. Ну, ты поняла, в нашем лагере учится только один мальчик. Да, ё, это я. Да, понятненько. Это что-то новенькое? Очень рада познакомиться. Меня зовут Ла. Ла? Ра? Лар, это ты? Лара! Я глазам не могу поверить.